Здравия желаю, копатели! Сегодня у нас речь пройдет про наушники для металлодетекции. Всем известно, что качественные наушники для металлодетекции, например, фирменные наушники MyLab, они же COS UR30, так вот, такие наушники стоят в наших краях, например, в Латвии 65 евро уже. И у любого человека, который занимается металлодетекцией, рано или поздно всегда возникает желание, возникает вопрос, а почему не приспособить ли для металлодетекции какие-то не менее хорошие, но более дешевые наушники, как в моем случае, например, это будет Pioneer SEM521. Стоят они 28 евро. И вроде бы как надо, все что надо, это приспособить к этим наушникам вот такой вот витой кабель, который используется в наушниках для металлодетекции. Потому что как бы изначально в наушниках Pioneer идет длинный кабель, 3,5 метра, длинный тонкий, но прямой кабель. И с металлодетектором такие наушники использовать неудобно. Ну так вот, при попытке поменять кабель на эти наушники, мы обнаруживаем, что наушники клеенные, аккуратно разобрать их не получится, придется все-таки обратно заклеивать, заливать клей, может быть и возможно. Следующий вопрос это возникает, что мы пытаемся, хочется во всяком случае попытаться обрезать где-то кабель у основания, соединить здесь медные жилы. Но, честно говоря, тогда это, в принципе, и не слишком надежная конструкция будет. И, во-вторых, сейчас провода в наушниках слишком тонкие. Это тоже, я считаю, не вариант. Так вот, убирая этот кабель, возникла идея, как, в общем-то, практически не теряя гарантии на наушники, попытаться приспособить их для металлодетекции, как сделать витой кабель на любых практически наушниках, не вскрывая, ничего не ломая, ничего не паяя. Вот сейчас, таким вот нехитрым способом, у меня наушники Pioneer с длиной кабеля 3,5 метра. Эти наушники у меня приспособлены под металлодетекцию. Потребовалось мне для этого всего-навсего, сейчас покажу, потребовалась мне вот такая вот деревянная ложка, на которую наматывается кабель, вот такой вот малярный фен и, собственно говоря, немного резинового шнура эластичного для того, чтобы немножко подфиксировать провод. Сейчас буду рассказывать все по порядку. Возьму для примера какие-нибудь старые наушники и все покажу на них. Итак, сейчас на примере старых запыленных наушников будем делать на них витой шнур для более удобного использования в металлодетекции. Необходима какая-то, скажем, деревянная рейка, чуть-чуть подлиннее карандаша. В общем-то, и не обязательно деревянная, в общем, что-то круглое, на что мы будем наматывать кабель. Кабель мы прихватываем с помощью либо изоленты, либо там скотча у основания этой рейки, для того, чтобы в дальнейшем было кабель удобно на эту рейку наматывать. Все, значит, идет процесс наматывания. После того, как вы намотали кабель на какую-то рейку круглую, после того, как вы закрепили кабель скотчем или изолентой, остается только слегка, не переусердствовав, прогреть этот кабель малярным феном, либо феном для укладки волос.
Вопрос в том, что малярным феном это надо делать осторожно, с расстояния там какого-то около 50 сантиметров. Я думаю, что для феном для укладки волос это делается практически в упор. Прогреваете до такого состояния, пока кабель сверху не приобретет слегка такой влажный оттенок, блеск, что ли. На самом деле сильно не надо прогревать, я думаю, это градусов 80-90, может быть 100. Но не больше. Главное не переусердствовать, делать все спокойно и осторожно. Ну что, поехали? Ну вот, в принципе, после 10-минутной процедуры мы придали кабелю необходимую, так сказать, сделали химическую завивку. Но на большинстве моделей наушников пластик вот этого кабеля, он как бы недостаточно жесткий, он не будет пружинить так, как нужно это в металлодетекции. Потому что поэтому вам нужно будет внутри этого кабеля пропустить вот такой эластичный шнур. Эластичный шнур стоит 15 евроцентов за метр. Где-то обычная длина, необходимая для наушников для металлодетекции, 1,20 м будет. Поэтому вот так вот сквозь эту спираль продеваем эластичный шнур черного цвета, чтобы это не бросалось в глаза. И фиксируем где-то просто изолентой аккуратно. Где-то вот здесь, вернее чуть ниже регулятора громкости и возле входа на наушники. Ну вот в принципе и вся хитрость. 10 минут и наушники для копа у вас готовы. Вот эта конструкция, да, она теперь не мешает, не путается вам за ноги, имеет хорошую достаточно эластичность, вы можете вовсю махать вашим детектором, ложить его на землю, вся эта конструкция работает. Кроме того, если вам вдруг по какой-то причине не понравится, вы всегда в обратном порядке можете распрямить этот шнур, отвязать вот этот вот эластичный шнур, кабель слегка прогреть феном, вытянуть его и слегка прогреть феном, чтобы кабель от ваших наушников вновь стал прямым.